Ребята, я вас всех приветствую. В этом обзоре вновь поговорим о проекте Feed the World Global, FTVG сокращенно, ник, можно сказать, да, индекс данного токена, и разберем его более подробно. Итак, поговорим про то, что данный токен торгуется на самых разных биржах. Прежде всего, это на бирже PancakeSwap децентрализованной. Вы можете менять как токены данного проекта на BNB, так и наоборот. Вот, допустим, за 1 BNB можно в данный момент получить 16 тысяч монет. Понятно, что у вас может быть меньшая сумма, допустим, 0, там, например, 24, пускай будет BNB, и за данную сумму вы получаете 3906 монет. Также, естественно, что действует и обратный момент, то есть тоже все это, естественно, что работает. Ну, биржа PancakeSwap — это известная биржа для торговли токенами на Binance, вот, поэтому, соответственно, здесь ничего особо нового я вам не расскажу. Наверняка, кто криптовалютой занимается, тот про это знает. Также он торгуется, данный токен FTVG, Feed the World Global, на централизованной бирже тоже, на бирже CoinsBeat достаточно крупной, и мы здесь видим, что есть немалые объемы, то есть вы можете, например, и сюда завести свои монеты и торговать их уже не к BNB, а к USDT, то есть в паре к стейблкоину, который равен $1. Вот, ну и также, что еще важно, что данный токен, естественно, что есть на BSC скане, поскольку это токен на блокчейне Binance. Ну и здесь мы видим информацию про холдеров данного проекта. Вот, то есть холдеров на данный момент 125, не так и много, но тоже, опять же таки, и немало тоже. Вот, есть информация про последние торги, централизованные прежде всего, вот на той же бирже PancakeSwap, которые происходили. Так что в целом, как видно, токен, пусть и молодой, но уже он, собственно, начинает пользоваться популярностью. В общем, если вас данный токен интересует, то можете его приобрести. Опять же таки, на сайте вы можете найти ссылки на все эти, собственно говоря, сайты, которые я рассказывал. Всем тогда спасибо за просмотр данного обзора и до встречи.